Торговая марка Озера, шоколад Carnero Superior, мощный и сбалансированный, обещает нам 97,7% какао в данном шоколаде. Коробочка так оформлена, ничего, в принципе, не избитая форма плитки, что-то другое, прямоугольная форма. Чем-то мне напоминает сигареты Dunhill, когда курил, покупал их. Кстати, вот здесь написано, сладкий это шоколад или горький. Но если перевернуть, прочитать внимательно небольшое описание, то мы видим, что это горький шоколад, состав тертое какао, какао-порошок, сахар, эмульгатор чего-то, эмульгатор Е476, то есть ешечки пошли вкусные, ароматизатор ваниль. И вот тут, видимо, где он производится, это у нас Южная Америка, Эквадор рядом, Колумбия. Вытащим его. О, такими квадратиками идет. Заценим. Больше никогда этот шоколад даже покупать не буду. Он горький абсолютно. Ну, не горький, как, я не знаю, с чем сравнивать. Но мне лично первый раз такой шоколад попался. Второй кусок вообще неохота есть даже. Не советую вам брать даже в порядке эксперимента. Ну, попробуйте, если есть желание. В районе недорого, стоит 60 рублей, но это кошмар. Никакого вот привкуса, вы знаете, сладкого, свойственного шоколаду нету. Горечь во рту. И вот я его сейчас ел. Сейчас туда покажу вам его в распакованном виде. Но это вообще труба. Ну вот он. Я даже не знаю, кому его можно рекомендовать. И для чего. Но это горький абсолютно. Может быть, настоящий шоколад так и должен быть, но должна же быть присутствовать какая-то сладость, свойственная шоколаду. Мы же все-таки берем его для этого. Но еще раз хочу сказать, первый раз у меня такое чудо. Больше я его не возьму с таким содержанием какао. Невозможно.